Окунуться в лето, ощутить запах цветов и травы, порывы ветра и шелест листьев можно на новой выставке «В моем саду» в художественной галерее. Авторами работ стали московские художники Надежда Северина, Ольга Тихонова, Виктория Осьмеркина и Чулпан Цветкова. Они составляют творческую группу 4D. Есть у них общие составляющие, и в то же время каждый из них – это вот такой вот отдельный художник со своим миром, поэтому выставка выглядит как такая живописная мозаика. Разные техники, разные направления, но тем не менее мы путешествуем по этим потрясающим местам, которые посетили, конечно же, сами художники. Это и север России, это и средняя полоса, это и Алтай, это даже зарубежье. Выставка существует не один десяток лет и проехала не один город по всей стране. Каждый раз, приезжая в новый, выставка меняется составом, появляются новые полотна. Это настоящее приглашение зрителя побывать в парках, скверах, усадьбах, личных садах и насладиться красотой природы с цветами, деревьями и водоемами. Преобладает пейзаж. Вот это погружение в сад не всегда близкое, когда мы наклоняемся к цветам и ощущаем их аромат, а как раз вот эта обволакивающая красота сада, когда и пение птиц, и запах цветов, и шелест листвы, и рассвет-закат, все со зрителем превращает вот этот момент встречи с живописью – настоящий райский сад. На выставке представлено более 60 работ, большая часть Надежды Севериной. Она вместе с Ольгой Тихоновой приедет в Саров в июне на Саровский пленэр 2024. Еще одна новая выставка художественной галереи «Море цветов». Это уже вторая экспозиция большого проекта. В выставку вошли натюрморты, написанные в учреждении за последние 2 года. Мы поставили здесь в художественной галерее натюрморт. И пригласили художников для того, чтобы они пришли со своими кистями и красками и с удовольствием написали красоту цветов, ритм ваз, орнаменты, драпировки, фрукты, разложенные на столе. И мы изначально даже не думали, что когда-то, спустя там, условные 10 лет, а сейчас уже больше, это выльется вот в такой самостоятельный художественный проект, который мы здесь делаем в художественной галерее, уже получается во второй раз. Вот выставочный проект. Годом ранее появился проект «Марафон натюрмортов», который теперь проводят ежегодно, начиная с Ночи музеев и до конца июня. Каждую неделю авторы пишут новую работу. Чтобы быть участником проекта, не обязательно быть профессиональным художником. На выставке «Море цветов 2024» представлено около 90 работ, 17 авторов. Подавляющее большинство из них саровчане, но есть художники из Москвы и есть художники из Нижнего Новгорода, потому что именно в эту выставку вошло несколько живописных проектов, которые прошли за эти годы. Ну, в первую очередь, это, конечно, марафон. Потом Саровский пленэр художников 2022. Мы впервые этой зимой поставили рождественский натюрморт. Мы каждый раз думали об этом, но вот как-то у нас не получалось. А в этом году все получилось, все совпало, и пришли художники в рождественские каникулы, и здесь писали натюрморт, и он тоже представлен на выставке «Море цветов». Зритель увидит в экспозиции, как один и тот же сюжет художники увидели по-разному. Интересные приемы, калейдоскоп красок и цветов. Посмотреть обе выставки саровчане смогут до середины августа. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко, служба новостей, Саров 24.